Волгоградское деловое телевидение по итогам 7-го ежегодного конкурса «Интерактивный бизнес Волгоградской области 2012» заняло первое место в номинации «Лучший сайт интернет-СМИ». В этой же номинации среди 15 соперников второе место получил сайт «Волгопромэксперт», а третье – информационное агентство «Городские вести». Конкурсантов наградили дипломами и электронными медалями. Студия эксклюзивных веб-решений .ру, разработчик сайта ВДТВ, получила диплом эксперта конкурса. Волгоградскому деловому телевидению также вручили благодарственное письмо за успешное сотрудничество по освещению конкурса веб-сайтов. Волгоградское деловое телевидение. Вдохновителя и организатора, это Ващенко Андрея Александровича. Спасибо вам огромное.